Эй, здорово! Сегодня у нас будет обзор на сериал «Скибиди-туалеты». Итак, вот первая серия. Итак, вот наш первый «Скибиди-туалет». Хотя я слышал, что в 10-й серии примерно не будет никакого сюжета. Почему эти анимации такие популярны? Итак, вот вторая серия. Так, тут уже три туалета. Так, вот они начинают петь песню. Так, и... А кто же будет во втором туалете? Вот это, конечно, прическа. Странная серия. Так, тут уже какой-то город. Итак, какой-то главный скибиди туалет. Я вижу, что он задавил кого-то чувака. Так, они поют свою песню. Наверное, они решили захватить город. Посмотри на нас. Итак, вот четвертая серия. Тут уже какой-то ресторан, и в него вламывается скибиди-туалет. А, кстати, всем приятного аппетита, кто кушает. Так, вот он подходит к нам, и вламывается большой скибиди-туалет, а за ним маленькие. И он опять нас нападет с полицией. Да. Итак, тут тоже какой-то город, военная техника. О, это тема из «Звездных войн». Так, тут уже появились летающие скибиди-туалеты. Их несколько, и они выпускают каких-то своих маленьких паразитов летающих. Сейчас на нас точно кто-нибудь пойдет. Так, тут какой-то один туалет. Сзади танцуют какие-то люди. Так, он начинает петь свою песню. Что же сейчас будет? О, мы его смываем. Смыть туалет в туалет. Так. И какие-то контейнеры, и на нас опять нападают. Какая-то армия города. И тут появляется Джимэн. Похоже, это самый главный скибиди-туалет. И, скорее всего, сейчас на нас нападет. Да. Так, это камерамены. Целая армия. Так, против скибиди-туалетов. Сейчас будет эпичное сражение. Так, что же будет? И на нас нападают. Так, это какой-то золотой туалет, какая-то фотка. Так, на нас нападают два скибидиста. Так, мы их смываем. И этого тоже. Так, мы закрашиваем этот рисунок. Это все от лица камерамена. Так, вон камерамен от полицейских скибидистов уходит. Так, у нас бегут полицейские. Нет. Так, опять армия камераменов. Скорее всего, там был скибиди-туалет. Да, это очень огромное. Там камерамены бегут, они сейчас задавят. Я был прав. Так, вот какой-то еще больше скибиди-туалет. Все они на нас нападают. Так, тут тоже какая-то эпичная битва камерамена против скибиди-туалетов. Так, мы отбиваемся от маленького скибиди-туалета. Что же будет дальше? На нас нападает еще один. И где туалет? Нас защищает Титан Камерамен. Итак, это Джимэн. О, у него какие-то лазеры. Мне кажется, автор просто придумал какие-то способности. И сейчас он нас тренит. Итак, а на этом наше видео подходит к концу. И подпишись, и поставь лайк. Всем пока!